В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте. На гостях сегодня администратор и артист цирка «Оле» Наталья Пикулина и Сергей Белык. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали в Рязань и где горожане смогут увидеть представление вашего цирка? Да, добрый день. Мы вообще, у нас цирк с города Воронеж. Вот, в данный момент мы приехали из города Йошкар-Ола. Вот, расположились мы возле торгового центра «Круиз». Вот, мы уже начали свои гастроли 17 августа и продлятся они до 10 сентября. Что зрители могут увидеть на ваших представлениях? Чем удивляете? Ну, на самом деле у нас очень интересное, уникальное шоу, которое, ну, может, мало какой цирк может сравниться с нашей программой. Вот, то есть у нас как бы и большая группа дрессированных животных, да, у нас шоу аравийских верблюдов, медвежий аттракцион, лошади, вот, один из представителей цирка, японский шпиц выступает, игуаны, удавы, вот, и большая группа артистов, то есть у нас групповые номера, канатоходцы, акробаты на мачтах, эквилибристы, воздушные гимнасты, клоуны, то есть полноценная цирковая программа продолжительностью 2,5 часа. Ну, у нас она идет в двух отделениях с перерывом 20 минут, как бы, чтобы люди могли отдохнуть. Ну, вот. То есть интересно будет и как детям, так и взрослым, да, на самом потому деле. Что вы перечислили удивительных животных. Наталья, вопрос, наверное, к вам. Вот в чем особенность, в чем заключается работа с такими животными? Наверное, это очень сложно. Ну, просто нужно терпение и как бы любовь к животным. Я бы не сказала, что это дрессура, это просто воспитание животных. Они нас любят. Если вы придете на представление, вы увидите, как они нас целуют, прям хищники на представление. И обнимают, целуют. И мы с ними как бы не то чтобы дрессируем, они просто выполняют сами все, что без всяких палочек, без всяких команд, они сами выполняют свои трюки, показывают. Вот есть такое мнение, что передвижные, переездные цирки – это, в принципе, стресс для таких животных, да? Вот в чем заключается особенность ухода, тем более это хищники? Наши медвежата с рождения как бы с нами, мы их выкармливали сосочки, и для них это не стресс, как бы мы переезжаем, и они привыкли также вместе с нами. Все в порядке, мы их и купаем, и гуляем, и как с детками. Так что я не думаю, что для них это стресс. Помимо номеров с животными, еще какое-то представление, наверное, есть, да? Расскажите подробнее. Да, конечно. То есть у нас, помимо животных, у нас, ну, повторюсь, это ребята у нас и канатоходцы, вот, это групповые номера, акробаты на мачтах, эквилибристы, вот, гимнасты, воздушные гимнасты, акробаты, авторский труп на мотоцикле, вот это супруг Натальи выполняет как бы этот номер, ну как бы они вместе работают. Вот. Также работает у нас очень смешной, забавный клоун. То есть на самом деле программа рассчитана как для детей, так и для взрослых. Ни один не уходит из цирка без улыбки. То есть все оставляют свои отзывы и в нашей группе ВКонтакте, вот, которая когда рабочая наша в книге отзывов и предложений, оставляют только самые теплые, лучшие отзывы. Ну, вот, некоторые приходят не один раз, по несколько раз даже с одного и того же города на наше представление. Ну, вот, просто чтобы увидеть, посмотреть опять наше шоу. Расскажите об истории создания и работы вашего цирка. Ну, цирк уже гастролирует с 2005 года. Вот, образовался он как изначально в городе Воронеж. То есть и с каждым годом, то есть то, что у нас есть сейчас, это не программа, вот, которую мы просто взяли, и вот она с нами ездит. Это программа, которую мы набирали с каждым годом, выбирали что-то лучшее, что-то самое интересное, чтобы показать зрителю, чтобы было чем удивить зрителя. Вот, потому что в данный момент, ну, на самом деле очень тяжело что-то, вообще тяжело людей удивить чем-то. Да. Да, потому что люди, это не первый раз в городе цирк, это цирки тут очень часто приезжают, как у вас и стационарный цирк, который пока временно закрыт. Вот, также приезжают сейчас цирки Шапито, там, ну, становятся на других площадках. Ну, вот, и чтобы люди к вам пошли, ну, к нам пошли, точнее, чтобы надо чем-то их удивлять. Мы удивляем хорошей программой, вот, хорошим настроением. Вы подготовили уникальную возможность для наших телезрителей, готовы показать несколько фокусов, да, если это можно назвать, приемов с нашим специальным гостем сегодняшним, с Вилли. Сидеть, сидеть. Позови зрителей в цирк.
скажи, приходите к нам в цирк, мы очень ждем. Ты мой молодец. Илюшечка. Ап. Виля. Ап. Вот, молодец. Ап. Ап. Молодец, сидит. Ладушки, ладушки. Илюш, Вилечка. О, вставай, вставай. О. Вальс, вальс. Сидеть, сидеть. Дай лапочку, дай лапочку. Ты мой зайчик. Скажи, остальное мы покажем в цирке. Приходите к нам в цирк, а то мы сейчас все покажем, и не будет интересно смотреть. Да? Сколько у вас таких японских шпицев работает в цирке? Такой у нас один. Самый, артист. Да, самый. У нас медведи, которые очень воспитанные. У нас еще есть самоедские собаки, но они еще щеночки, они только учатся. Вот. А Вилюша, он у нас воспитал всех медведей наших. Как так получилось, что собака воспитывает медведя? Потому что он самый старший, и когда мы приобрели медведей, он за ними ухаживал. Он вместе с ними сидел, облизывал их, поэтому он самый старший участник нашего представления, самый взрослый, и он у нас как нянечка для хищников. Вы сказали, что у вас также есть номера с верблюдами, правильно? Да. Что это за номера? Илюш. Сколько у вас верблюдов работает в цирке? Три верблюда. Илюшечка, вот. Ну, как они работают. Ну, это как бы постановка идет, как бы шоу. То есть сразу работают танцы, как бы такая подача в восточном стиле. Танцы со змеями, с игуанами. Вот. И это плавно переходит в шоу с верблюдами. То есть они тоже как бы ходят по манежу, показывают все, что они могут, да, там и передвигаются там и на коленках передних лап, но тоже танцуют вальсы, как такого формата. Вот. Ну, в принципе, интересно, это на самом деле просто надо увидеть. А питоны, удавы у вас уникальны, да, совершенно есть хищники? Ну, как это, в принципе, они часто встречаются, но, тем не менее, у нас... Игуаны очень красивые. Очень красивые, да, игуаны и змеи, ну, с которыми также зритель может... Сфотографироваться в антракте. Да, можно сфотографироваться, то есть, чтобы запечатлеть... В антракте можно даже обнять мишку. До какого числа вы будете находиться в Рязани? И расскажите об акциях и предложениях, которые у вас есть. Смотрите, у нас гастроли продлятся до 10 сентября, вот, включительно. Вот, акций у нас несколько, которые мы предлагаем для зрителей. То есть одна из них – это акция 2+1. Вот, при покупке двух билетов третий идет в подарок. Вот, при наличии акционного флайера или телеграммы. То есть, по сути, мы их везде по городу распространяли. Вот, нетрудно их найти на самом деле. Если какие-то вопросы возникнут, это, ну, по их наличию можно узнать в нашем справочном телефоне. Вот, там все ребята подскажут. Вот наша справка. И также у нас есть еще акция, которую мы проводим для, скажем так, пенсионеров, соцработников по карте «Забота», которая есть, ну, много у кого в городожан. Вот, два билета по цене одного при предоставлении карты «Забота». Вот. А где можно приобрести обычный билет? Билеты можно приобрести в кассе возле купола цирка с 10 до 8 вечера ежедневно, без перерыва. А представление у вас ежедневно или по выходным? Представление у нас проходит четверг, пятница в 6 часов вечера, суббота в час и в 5, воскресенье в 5 часов. То есть, ну, график тоже можно уточнить, позвонив по справочному номеру, вот, там детально все подскажут. Также, наверное, у вас есть сайты и социальные сети. В социальных сетях, да, у нас группа ВКонтакте, цирк Шапитуале, так и называется. Там также мы выкладываем полностью, что у нас есть в программе. Расписание, график, гастроли, актуальные цены билетов, про акции все наши рассказываем. Вот. И также, ну, то, что у нас есть в программе, и отзывы зрителей, которые там оставляют. То есть можно почитать те отзывы зрителей, которые были у нас уже на представлении в этом городе, делились своими впечатлениями. Вот. А сколько городов вы уже посетили за сезон? Какую статистику, наверное, ведете? В этом сезоне, ну, наверное, это город 10-й. Вот. То есть мы работаем по большим городам, потому что
скажем так, нам надо успеть донести до максимума зрителей нашу программу, и плюс еще у нас срабатывает сарафанное радио. Вот, то есть люди приходят, рассказывают друзьям, после этого к нам еще больше людей приходит. Вот, то есть то, что, допустим, дает рекламная кампания, это один эффект, сарафанное радио — это абсолютно другой эффект. Это уже на живых отзывах, на живых предложениях. То есть то, что люди увидели, они рекомендуют своим друзьям посетить наш цирк. У вас уникальная программа, да, 1 сентября? У нас планируется совместное проведение программы, скажем так, ну, не знаю, насколько это актуально будет, с кинотеатром «Люксор», вот, с торговым центром «Круиз». Вот, после нашего представления 1 сентября, то есть у нас оно будет в 6 часов вечера до 8:30, вот, и с 8:30 до 10:30 еще будет прямо возле цирка установлена сцена, вот, на которой вот наши партнеры совместно с нами будут проводить фаер-шоу, байк-шоу, то есть такая тоже мини-дискотека, уникальная программа, которая будет интересна, я думаю, там не только деткам, там взрослым, может, это любой молодежи, которая может прийти на это все посмотреть. То есть 1 сентября рязанские школьники придут отмечать к вам? Да, да. Спасибо вам большое за беседу. Желаем удачи в вашей работе. Зрители, напомню, что в гостях у нас сегодня артист и администратор цирка «Але» Наталья Пикулина и Сергей Белык. Приглашаем всех в цирк у торгового центра «Круиз». До новых встреч в эфире.